Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами печем синнабоны. На самом деле, я уже все сделала. Мне вот осталось только посыпать корицей, намазать маслом, и можно будет в печку засовывать. Что-то я как-то поздно решила вам процесс записывать. Оно, кстати, спиртом пахнет. Фух, вот так. Почему горелым пахнет? Сейчас мы должны согреть масло, расплавить его. Этим маслом намазать тесто, потом это тесто посыпать корицей. А что, вот так можно просто, да? Ой, что-то как-то мало масла. Что-то очень мало масла. А выпрыгивает из рук. Нам еще крем нужно будет потом сделать. Ой. Надо тогда уже, наверное, печку включать. Надо из нее все достать. Как вам мои шорты? Нравятся? Клетчатые. Ай, горячо! Вообще, все началось с того, что на работе моя коллега ела такой синнабон. Я подумала. Это же, наверное, очень легко сделать. Все, мы намазали. Берем смесь. Ой, как неравномерно будет это все. Как равномерно это сделать? Что-то, мне кажется, много корицы. Нет? Что думаете? Думаю, норм. У меня еще осталось. И что с этим делать? Вот, теперь нужно сворачивать. Подождите, а как свернуть? Вот так? Но они тогда будут маленькими и тонкими. Значит, наоборот. Значит, надо вот так. О, полетел! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, тесто прилипло. Ай, ударилось. Так, у нас получилась колбаса. Сейчас я вам покажу питона. У нас есть две формы. Такая маленькая и вот такая большая. Ладно, давайте маленькую возьмем. Я один, значит, рецепт нашла в интернете на телефоне. Отправила его на компьютер, а там открылся другой. Это как? Там говорилось, что нужно это в бумажку, в пергамент. А тут нет пергамента в другом. И кому верить? Не знаю, мне кажется, нужно сделать все-таки. А у меня вообще есть пергамент? Есть! Здесь даже на нем нарисована эта булка. Во! Нормально. Что-то они вообще такие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Их нужно поставить и потом дать настояться еще час. У меня весь телефон в муке. Дети мои. Стоп, а зачем я включила-то? Если они еще час будут отдыхать. Смысл? Мы можем сделать крем. Нам нужно 40 грамм масла, сыр 50 грамм, в нем 140 на глаз. Сахарная пудра. Пудры столько много. Куда столько много пудры-то? Сахарная пудра 100 грамм. Нормально? Нет, это же все слипнется. Подождите, я сейчас масло уберу, а то оно забушевалось. У меня есть специальная сахаромолка, которую до этого что-то мололи. Не знаю, что это. Не сахар. До меня сейчас дошло. 100 грамм сахара не будет равно 100 грамм сахарной пудры. Куда вес-то исчезает? Если мы сюда 100 грамм наложим, то 100 грамм и будет, да? Это вообще сколько? Но больше у меня вопрос, конечно, к сахаромолке, потому что вот она такая огромная, да? Часть, где что-то молится, вот такая. То есть... А это что? Непонятно. Ваниль. Мне кажется, это будет очень сладко. Потом надо все размешать. А как вкусно пахнет. Самая неприятная часть. One hour later. Twenty minutes later.